Всем привет, это Вячеслав, магазин Ролики.ua. В данном видео разберемся, как поменять правильно колеса и подшипники на ваши ролики. Ваши колеса стерлись или требуют замены? Давайте разберемся, как правильно заменить колеса, а также как правильно выбрать размер колес на ваши ролики. 99% того, что в вашем комплекте с вашими роликами шел ключик для зажима колес. Этим же ключом вы можете открутить ваши колеса для замены. Если вы не нашли данный ключ, вы можете его купить или одолжить. Ключ, который вам нужен, зависит от модели. Чаще всего это такой простой шестигранник. Но бывает и экзотика в виде звездочек, треугольников, квадратиков и тому подобное. Теперь давайте перейдем непосредственно к разборке. Первым делом нам нужно снять старые колеса. Ну, в нашем случае они будут новые. Чтобы снять колесо, нам нужно открутить болт. Для этого мы... Далее, когда мы чувствуем, что он ослаб, мы можем его открутить и достать ось. Бывает так, что болт прокручивается. Здесь я рекомендую использовать вам два ключа. Один для того, чтобы держать болт, а другой для того, чтобы его откручивать. Тогда у вас не будет возникать такой проблемы. После того, как вы открутили болт, колесо у вас, скорее всего, останется держаться. Вот, вам достаточно просто его достать. Все, колесо мы открутили. После того, как вы сняли колеса, рекомендую сложить все по порядку, чтобы ничего не потерять. Отдельно колеса, отдельно оси и отдельно болты. Как вы можете заметить, внутри колеса также идет подшипник. Он тоже часто требует замены. И здесь есть два варианта. Первый, простой. Купить колеса сразу в сборке с подшипниками и установить на свои ролики. Далее нам необходимо будет ось, на которой держалось колесо, и молоток. Далее мы берем ось, частично цепляем ось по центру. Будьте внимательны, не зацепите подшипник, иначе просто разобьете подшипник. Вот, после чего, направляя частично ось, мы выбиваем подшипник вот таким вот образом. То есть что мы имеем? Мы имеем два подшипника. В каждом колесе у нас идет два подшипника и ось. Ось на каждых роликах может быть своя. Это мы делаем на примере модели Roller Blade. Далее мы берем наши новые колеса, если мы комплектуем подшипники самостоятельно. Обязательно не забудьте сохранить ось, которая внутри. Когда вы выбиваете здесь подшипник, внутри могут быть разные виды осей, их важно не потерять. И, конечно же, ось с болтом. Далее мы берем наше новое колесо, которое мы купили, и достаем новые подшипнички. В данном случае у нас будут подшипнички Enough. Вот, вставляем один из подшипников, сторона здесь не важна, можно вставить любой из сторон. И вот так вот двумя пальчиками вдавливаем, там есть стопор внутри, он не позволит вам вставить подшипник дальше, чем это возможно. Далее вставляем нашу ось и аккуратно вставляем второй подшипник. Здесь не нужны усилия, если здесь требуются усилия, то будьте внимательны, можно немножечко легонечко стукнуть молотком, но прокладывая здесь чем-то мягким. Все, колесо у нас собрано, далее мы можем ставить его на ролики. При установке колес на ваши ролики обратите внимание, что некоторые ролики позволяют установить 3 колеса, либо 4. Это уже зависит от ваших пожеланий. Теперь ставим новые колеса на нашу раму. Обратите внимание, при установке колес, чтобы рисунок колес смотрел в одну сторону.
Частый вопрос: какие колеса и какие подшипники нужно купить для замены? С подшипниками тут все просто. Любой 608 подшипник. Это подшипник универсального формата. 608 означает диаметр. Колеса же нужно взять такого диаметра, который станет на раму ваших роликов. Но как узнать, какой диаметр нужен? Первое, можно посмотреть диаметр непосредственно на колесах. Второе, можно найти коробку от ваших роликов, найти там инструкцию и, скорее всего, вы найдете там диаметр. Третье, вы можете найти модель ваших роликов в интернете, зайти в характеристики и посмотреть, какой диаметр колеса обычно установлен. Четвертое, вы можете обратиться в наш магазин Ролики.ua, мы вам поможем. На этом все, надеюсь, у вас все получилось и вы будете теперь на новых колесах. С вами был Вячеслав, магазин Ролики.ua, катайтесь с удовольствием.